была, так сказать, тенденция такая, давать друг другу читать всякие книги. «Архипелаг ГУЛАГ». Да. «Архипелаг ГУЛАГ». И мне дали, по-моему, читать, обязательно ее надо за ночь было прочитать. Если у тебя ее нашли, то сразу пропаганда, это, кстати, там 8 лет тебя тут же, понимаете, сказать. Я читал, у нее там целый там, том о побегах был. Просто том о побегах, строго. Там рассказывал о том, как там выдающиеся разведчики, полковники, сидевшие генералы, даже добегали до Лубянки обратно, чтобы доказать свое. Так, а обратно, так сказать, с концами они уходили.